Я уже сказал о том, что в будущем году мы приложим максимум усилий для того, чтобы страну привести в порядок. И не только потому, что это последний год перед Европейской Олимпиадой в Беларуси. В 2019 году приедет весь мир. Ну, точнее сказать, представители всего мира посмотреть на Беларусь. Что мы им покажем? Я уже говорил, начиная от дорог, мостов, развязок, а это лицо страны, прилегающих полей к дорогам, городов и сел, о которых мы будем сегодня вести речь, и заканчивая посевными площадями, все должно быть в идеальном состоянии, вылизано, как в народе говорят. И за рамками этого основного вопроса, коль здесь все губернаторы, кратко хотел бы услышать ответы от Михаила Ивановича Русова, что у нас на сегодняшний день с уборкой урожая, и какие проблемные вопросы, которые надо здесь обсудить, а они есть.